Всем добра и мира. Пандау никак не утихает. Посылки, как видите, все приходит, приходит. Ко мне пришли, как видите, три посылки на этот раз. Посылки, можно сказать, интересные. Довольно габаритные. Есть маленькие. Быстро распакуем, посмотрим, что внутри. И, конечно же, протестируем. Кстати, эти посылки все, как обычно, декабрьские распродажи. Минус 50% скидки. Поехали. Убираем. Начнем с самой габаритной. Как видите, Пандау 606 рублей, 79М, 25 дней. Сейчас вы увидите, что за 79М. Так, у нас здесь вот такие, как сказать вам, детские, как они называют, боди, что ли, вот такие вещи детские, или летние комбинезоны, не знаю, как назвать. Вроде бы их называют боди. Вот такие вещи. Их 5 штук. Здесь разные, как видите. Я их всех распаковывать не буду. Есть вот такие разные цвета. Вот, как видите. Я один вот распаковал. Посмотреть. Как видите, снизу есть кнопки, чтобы менять памперс и так далее. Вот. Шито вроде, можно сказать, даже отлично, хорошо. Нигде торчащих ниток нету. Такс. Ткань такая, можно сказать, не тонкая, хорошая. На ощупь очень хорошая ткань. Видно, качественная. Здесь на упаковке написано Notter Nest. Это фирма, или не знаю, что. Made in China написано. 79M это было, вроде бы, если не ошибаюсь, 7-9 месяцев. Ребенку 7-9 месяцев размер. Вот такой размер, как видите. 5 штук за 606 рублей. Я вам сейчас быстро покажу, сколько они. Сейчас стоит, за сколько я их купил. Итак, как вы видите, я их купил за 606 рублей. 79М, как видите. А здесь они сейчас стоят фото. Не загрузился. Но это ее фото. Как видите, боди, хлопковую полоску. Сейчас она стоит 1310 рублей. Так что можно сказать, мы купили за довольно приличную скидку. Вот такие детские вещи. Убираем и берем, наверное, следующий по габариту. Вот такая посылка, 259 рублей, 45 дней шла посылка, 500 миллилитров. Тоже Пандау распакуем. А здесь у нас, как видите, вот такая мятая коробка. Все написано на китайском языке, английского нету. 500 миллилитров. Как многие поняли, это термос. Вот такой. Вот в таком пакете было. Вот такой термос. Это металл. Сверху тоже. Внутри тоже, наверное, металл. Это крышка пластмассовая. Кнопка тоже пластмассы. Короче, сверху все из пластмассы. Центр, то есть центр бутылки, это металл. Снизу тоже металл. Вот такой термос. Как видите, я купил, можно сказать, за дешево. Как видите, вот это здесь вот такой замок. Как видите, это показывает замок. Вот так делаем вверх замок, то есть открываем замок и нажимаем кнопку. И вот так он открывается, как видите. Это как бы из резины, как бы уплотнитель, если не ошибаюсь, чтобы из него жидкость не текла. Вот такой уплотнитель. Это пластик, как видите, белый цвет, пластик. Так. Так вот, здесь есть пружинка на крышке.
он сам вот так открывается, как видите. Закрываем замок вниз, как видите, он не открывается, то есть защита есть хорошая у этой крышки. Сейчас вот так откроем крышку, как видите. Вот такая штука, ну, как вы знаете, бывает у многих вот таких вообще бутылках. Написано там 304, там вроде бы алюминий, металл внутри, все. Так, закрываем. Откручиваем. Вот такая бутылка. Я сделал эксперимент, сюда налью горячую воду. И оставлю на какое-то время. Спустя какое-то время посмотрим, теплая она еще или нет. Скажу, сколько времени прошло и так далее. Итак, что я могу сказать об этом термосе? Я его протестировал. Я сюда налил горячую кипяченую воду ночью и оставил на ночь. Спустя примерно 8 часов, больше 8 часов утром, здесь вода была довольно теплая. Потом еще спустя 6 часов здесь вода уже была менее теплая. И спустя день здесь вода была, то есть сейчас здесь вода не теплая, не холодная. Вот такая вода здесь. Так что этот термос полдня держит спокойно теплую воду. Вот такой хороший термос. Еще я его сейчас встряхну и посмотрим, течет она, вода здесь, отсюда, где крышка, или нет. Я плотницу его, крышку закрыл. Сейчас посмотрим. Так, видите, я стряхал довольно, можно сказать, хорошо. Как видите, нигде не течет. То есть, термос сухой. Вот такой хороший термос. Еще что хорошо этого термоса. Когда мы сюда наливаем горячую кипяченую воду, можно эту бутылку или термос держать в руке свободно. То есть она бывает холодная, вот такая. Если положить на чайник, то и 5 секунд не протянешь руку. Вот такой термос, хороший термос. Я думаю, можно ее рекомендовать за такую цену, как я брал. Вот такой термос. Сейчас я вам покажу, сколько он стоил. Как видите, купил за 259 рублей, как говорил. А сейчас он стоит 385 рублей. То есть, можно сказать, 100 с лишним рублей я сэкономил. Убираем. И берем последнюю вот эту посылку, самую маленькую по габаритам. 316 рублей. 23 дня, 32 ГБ. Пандол. А тут у нас вот такая флешка. Опять флешка вот для компьютера. USB флешка. Написано 100 мегабайт. Наверное, это скорость его. Если она есть. 32 ГБ память. USB 3.0. То есть она должна быть скоростная, можно сказать. SanDisk, это вроде хорошая фирма, если это не подделка. А здесь есть вот такой QR-код, там вот такая защитная вот такая штука, чтобы проверить на подлинность, если не ошибаюсь. Если я сумею, может, я и проверю на подлинность, но потом. И потом где-то отпишусь. Вот это здесь. Вот такая флешка, открываем. Сейчас мы откроем. Внутри вот такая какая-то наклейка еще есть там. Если не ошибаюсь, это... Фирма должна быть настоящая, не подделка. Настоящая фирма SanDisk. Вот такая флешка, как видите, запакована тоже очень хорошо. Так. Так, как видите, синий цвет, то есть USB 3.0 должен быть он. Снизу написано SanDisk Ultra USB 3.0, 32 ГБ, Made in China и так далее. Сверху SanDisk USB 3.0. Ну, он как бы весь пластиковый. Сейчас.
Как-то она должна открываться, если я не ошибаюсь. О, вот так толкаем вперед. Вот здесь это как бы вот такая есть рифленое вот место, чтобы цеплялся палец вот так. И вот такой выступ тоже есть на нем. Вот так делаем. Вот так. А, еще надо нажимать, когда мы толкаем, надо нажимать и отпускать. Он фиксируется. Нажимаем и назад. Все отлично. Вот такая маленькая такая флешка. Тоже я его протестирую. Посмотрим, сколько она весит. И посмотрим скорость, как тот раз на том моем флешке. 2 терабайт было. Это видео на 50 или 100 мегабайт закинем. На эту флешку посмотрим скорость примерно. По-другому я не имею. Вот такая флешка. Итак, флешка в компьютере. Быстро посмотрим память. Как видите, 28,6 гигабайт. Было заявлено 32 гигабайт. Сейчас зайдем быстро в флешку. Как видите, здесь еще есть какие-то файлы свои. Быстро вставим видео в размере 100 мегабайт. И посмотрим, сколько времени видео с компьютера скачается на флешку. Вставляем. Итак, как видите, можно сказать, за 10 секунд даже видео скачалось на компьютер, то есть флешка очень скоростная, USB 3.0 здесь есть, то есть проверить на подлинность не надо. Думаю, эта флешка оригинальная, хорошая флешка. Рекомендую. Отличная флешка. Сейчас покажу, сколько она стоит. И стоила тогда. Как мы видим, 316 рублей, как я говорил, было отдано с версией 32 гигабайт. А сейчас она стоит 583, 32 гигабайт. Но 64, 128 и 256 стоит очень дорого. То есть эта флешка должна быть оригинальная. Если была подделка, она стоила очень дешево. А как мы знаем, на подда есть такие флешки. Вот такие у меня были посылки на распаковке. Как видели, три посылки с Пандау. С декабрьской распродажи. Куплены очень дешево. Сейчас они стоят очень дорого. Так что очень хорошие вещи. Если кому-то эти вещи понравились, то ссылки будут в описании. Заходим и покупаем. Всем пока!